Дорогие друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. В одном из предыдущих мастер-классов мы делали с вами бусины с рисунком авокадо, а сегодня я хочу сделать серьги в виде маленьких авокадинок. Но сделаем мы их немножечко по-другому, и поэтому я решила также поделиться этой идеей с вами, но уже отдельным роликом. Итак, для того, чтобы сделать нам подобные серьги, я буду использовать глину также из новой серии, оттенок глины спелый банан, номер у него 1312. И возьму небольшой кусочек пластики цвета мохито под номером 1512, смешиваю их вместе. Делаю это для того, чтобы получить такой немножко грязноватый желтый оттенок. Если вы не видели прошлый мастер-класс по созданию бусина с авокадо и вам эта тема интересна, я оставлю ссылку под видео, можете перейти и посмотреть мастер-класс. Я надеюсь, он вам понравится. Для создания одной пары сережек нам понадобится приблизительно 1/2 ребра от целого бруска полимерной глины. Катаю из глины шарик. Делаю я это для того, чтобы сгладить неровные края у заготовки. И также нам эта форма шариков понадобится в дальнейшем для создания основы сережки в виде авокадо. Чтобы создать насыщенный, но в то же время немножко приглушенный оттенок зеленого цвета, я смешаю изумрудный из классической серии, также с цветом мохито, чтобы сделать его сочнее между травяным и изумрудным. Я раскатываю в тонкий пласт получившийся зеленый оттенок. И теперь нам нужно шарик наш обернуть этой пластикой. Можем с помощью круглого катера вырезать две заготовочки и обернуть светлую глину этими заготовками. Оборачиваем одну сторону, выпускаем воздух и оборачиваем вторую сторону. Катаем получившийся шарик в ладошках, чтобы сгладить все видимые стыки между срезами, чтобы убрать все трещинки, все неровности. Заготовка у нас получилась идеально ровной, без каких-то видимых дефектов. Наш шарик готов, и сейчас мы ему придаем немножко вытянутую форму. За счет того, что глина у нас от тепла рук, от работы с ней стала мягкой, нужно ей дать немножечко отдохнуть, чтобы она очень сильно не деформировала форму во время последующей обработки. И теперь мне получившуюся заготовку нужно разделить на две равные части. Вот такие заготовочки у меня получаются. Я их немножко прокатываю и делаю заднюю стенку плоской для удобного соединения заготовки в бусеты. Прокатываю скалочкой заготовку, чтобы сделать поверхность ровной. То же самое буду делать и со второй заготовкой. Друзья, я перенесла авокадинки на плиточку, на которой буду обжигать, для того, чтобы не деформировать их при дальнейшей работе. И сейчас хочу сделать небольшое углубление у основания каждой из заготовок, чтобы вставить сюда веточку коричневого цвета. Они будут небольшие, чтобы не сломались во время носки. Делаем отверстие в одной и второй заготовке и вставляем туда веточки. Веточкам также можно добавить маленькие листики, такие же, как у нас на бусинах из колье. Для этого использую такой же оттенок зеленого цвета и делаю 2 небольших листочка. Листочки максимально простые, потому что мы их еще сверху будем покрывать золотой пудрой. Катаю шарики, из шариков формирую капельки, и уже получившиеся капельки я прижимаю к поверхности стола. Перед тем, как размещать листочки, я хочу пройтись пастелью по краю каждой заготовочки. Я буду использовать пастель болотного оттенка. Совсем-совсем немножко натираю пастели. Мне понадобится мягкая тонкая кисточка. Цепляю пастель на кисточку, притушевываю края каждой половинки авокадо. Очень тонко, просто чтобы оставить дымку в виде еле заметного перехода.
Вот мы сделали легкий, еле заметный контур между темным и светлым зеленым оттенком и добавляем листочки. Листочки будем размещать на само авокадо, делая только центральную борозду. Листочки мы размещаем в зеркальном отражении, потому что на ушках не будет красиво смотреться, если вы их расположите в одну сторону. И сейчас чуть ниже центра, используя круглый степ, делаем отпечаток пластики. И на таком же расстоянии второй. Сюда мы будем вставлять косточку. Разрезаю коричневую пластику, катаю два одинаковых шарика. Немножечко я их прижимаю к поверхности стола, придавая такую полукруглую овальную форму. И уже вставляю в отверстие на авокадинке. Следим за тем, чтобы наши косточки были одинакового размера. Можно их немножечко вытянуть. Если у вас остаются отпечатки пальцев на работе, пожалуйста, используйте влажные салфетки. Например, до обжига. Чтобы убрать и отпечатки, и микропылинки, влажные салфетки всегда должны быть под рукой, потому что они помогают в процессе создания каких-то украшений, декоративных элементов из глины. И уже на этом этапе мы можем отправить авокадо на обжиг, придерживаясь той температуры, которая указана на упаковке вашей полимерной глины. Друзья, обожглись и практически остыли уже авокадинки, и теперь нужно приделать нам пусеты к изнаночной стороне. Я люблю, когда серьги плотненько прилегают на ушки, и обычно использую повторный обжиг, если позволяет работа, то просто накладываю кусочек глины и обжигаю вместе с пусетой, или использую дремень для того, чтобы сделать отверстие и вставить туда уже основу и также задекорировать ее пластикой. В данном случае как раз таки буду использовать дрель, чтобы сделать отверстие под пусеты. Друзья, я использую алмазную насадку с ровной площадкой у основания. Помогает убрать лишнюю пластику, не травмируя боковые стенки и также сделав ровные края. Но если у вас нет дрели, используйте мой первый метод, о котором я сказала. Просто зафиксировав пусету к задней стеночке заготовки полимерной глиной и использовав повторный обжиг. Кисточкой или влажной салфеткой мы сметаем пыль наших заготовок. И теперь наносим небольшое количество термоклея на сережку, в отверстие, точнее, сережки, там, где у нас будет располагаться пусета. Вставляем металлическую основу в одну и вторую заготовочку. И теперь, используя зеленую пластику, мы скрываем пусеты в глине. Друзья, я обожгла серьги второй раз, чтобы плотно закрепить пусеты с изнаночной стороны. И вот так вот они выглядят сзади. То есть тут ничего не мешает нашим ушкам. Носить их будет удобно и комфортно. И теперь, так как мы делаем комплект, я золотой краской покрываю листочки, а белой красочкой делаю отблеск на косточках. Краска впиталась и высохла, и я покрываю серьги глянцевым лаком, но покрывать я их буду не полностью, а лишь некоторые элементы. То есть я покрываю косточку лаком и покрываю сам листочек. Также я покрою палочку. Лак убережет акрил от стирания и добавит работе блеска, насытив оттенки и сделая их сочнее. Друзья, я очень надеюсь, что мои ролики вам нравятся. Если они вас вдохновляют, пожалуйста, оставляйте комментарии
и ставьте лайки, так как абсолютно любая активность помогает в развитии моего канала. Для меня это очень важно, чтобы двигаться дальше, чтобы знать, что вам нравятся мои мастер-классы и показывать для вас новые идеи. Также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я делюсь всеми своими работами, которые даже не относятся к мастер-классам. Если вам интересно мое творчество, то прошу заглянуть ко мне в гости.